Марина Руть пишет: главная цель для человека. Для человека, я не знаю, у каждого есть свои главные цели. Когда я учился в первом классе, у меня были одни пятерки. И моя главная цель на тот момент это было закончить школу на все пятерки. Потом главной моей целью было доучиться до 11 класса, потому что троечников выкидывали из школы в 9 классе, а я был уже троечником. И моя цель была, чтобы меня не исключили из школы до 11 класса. Потом была цель поступить в институт, где была военная кафедра, потому что в армию идти я не хотел, и это была такая цель. Потом была цель на вечеринке познакомиться с этой девочкой и душевно провести с ней время. Такая была цель. И эти цели, они есть, они меняются, они изменяются. И какая-то глобальная... И она является главной. То есть в какой-то период жизни ты считаешь, что это главная твоя цель. Потом ты считаешь, что главная цель – это зарабатывать много денег, главная цель – это быть успешным, главная цель – это чтобы твои дети прожили жизнь не как у тебя, у них были не деревянные игрушки, и они были счастливыми и в достатке. Так что целей главных за мои 34 года, как и у вас, я больше чем уверен, было предостаточно. А сейчас, в данную секунду, главной целью для меня является это познать свое настоящее истинное и фундаментальное «я», открыть себе зрачки до такой степени, чтобы увидеть этот мир с позиции не ума, а истинного себя. Потому что когда ты в абсолютном, истинном, сознательном видении этого мира, тогда все цели и все возможные страстные желания, которые были и до этого у тебя, они все реализуются. Все нужные цели для тебя, которые подарили бы тебе бы счастье. Счастливым, быть счастливым в этой жизни, а когда ты счастливый, то и все окружающие тебя люди, они тоже счастливые, потому что ты и есть они. Я в это верю, пипец как верю. А счастье, радость, это ты настоящий, ты фундаментальный, ты который не отождествляется с умом. Поэтому познание своего истинного «я» — это и есть то счастье, которое хотелось бы, чтобы присутствовало в моей жизни. Моя жизнь — это жизнь моих детей, моих близких, родственников и всех тех людей, которых я вижу и которые окружают меня. Нормально я опять задвинул. Отец Евгений, конечно, ты вот исполняешь, конечно, ты Евгений.